Добрый день! Вы находитесь на канале Народные Советы. В этом ролике я расскажу о рецепте настойки, которая поможет, если у вас бронхит, пневмония, коклюш или просто кашель. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. Нужно взять 1 десертную ложку цветков коровяка густоцветного на 1 стакан кипятка. Настоять 10 минут. Процедить. Принимать по полстакана 3 раза в день после еды. Рекомендуется при бронхите, пневмонии, кашле, туберкулезе легких, коклюше. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!